Супруга 40-летнего Кевина Харта Кевин Харт, 35-летняя Энико Париш, Энико Пэриш, объявила о своей беременности. Модель показала пикантное фото, для которого позировала с округлившимся животом. Жена американского актера снялась в платье из прозрачной ткани, которое надела на голое тело. Энико, прикрыв руками грудь, продемонстрировала изменившуюся фигуру в откровенном ракурсе. «Малыш номер 2, скоро наша семья будет состоять из 6 человек», — эмоционально подписала кадр Париж. В 2017 году у Кевина и Энико родился сын Кендзо Кэш. Звезда фильмов «Джуманджи» также воспитывает 15-летнюю дочь Фёвин и 12-летнего сына Хендрикса от предыдущего брака. Кевин прожил вместе с актрисой Тарей Харт 8 лет. В 2011 году пара развелась, и Харт закрутил роман с моделью. Новость о скором прибавлении в семействе Харта обрадовала его поклонников. Фанаты беспокоились о состоянии комедийного актера после страшной аварии, в которую он попал в сентябре прошлого года. Кевин получил 3 перелома позвоночника. После восстановления Харт объявил, что переродился и больше никогда не сможет относиться к жизни как прежде. В этом году мамой в очередной раз готовится стать Мишель Уильямс. Вчера стало известно, что актриса вышла замуж за режиссера Томаса Кайла. Софи Тернер также ждет ребенка. Звезда вместе с мужем старается защитить себя от коронавируса. Беременная Анастасия Шубская тоже обеспокоена пандемией COVID-19. Жена Александра Овечкина закупилась продуктами и не выходит в общественные места.